Ну что, друзья, продолжаем после сытного обеда. Вот смотрю, моя любимая форма сапог. Без замка. На платформе. Это детский подростковый. Вот мой муж уже по той стороне идет. А вот смотрите, для взрослых симпатичная черная. А вам не видно, наверное, не видно. Черное платье, такое впечатление, что с поплина. Хоть я и не нравится мне особо черное. Ну вот, смотрите, вот такая вот жилетка на завязочке бежевая. Даже очень ничего. Погода чистый мед. Кстати, могли вот в этом ресторанчике поесть, но внутри не было. Не было места, только вот на улице. А на улице кушать не очень хорошо в такое время года. Все в цветах. Ой, прогулочные гондолы и небольшие плавсуда типа яхты. Хорошо на солнышке гулять, но надо идти, у нас уже парковочное место закончилось время. Памятник вот. Видно, он писатель или какой-то деятель. Томмазо Гросси. Друзья, ну не знаю. Говорят же, что человек делает вот такое видео и не знает, про что говорит. Говорю про Томмазо Гросси. В руках у него была бумага, и, по-видимому, он писатель. Ну, может быть, и не только писатель. Вот написано навигационе, то есть здесь подходят кораблики. Если вы посмотрите по карте, как это озеро, оно вот такой вот буковка Y. Или, как Марка говорит, рогаткой. То есть, куда мы запланировали ехать, по-видимому, мы туда не попадем, потому что там закрыта дорога. Красивый домик. Просто чудо чудное, диво дивное. Он говорит, был знак о том, что дорога закрыта. Сейчас мы проезжаем, уже нету этого знака. Он говорит, давай еще раз попробуем туда съездить. Сюда. Да, прихожу на стоянку, а его нету. Он уже уехал. Он говорит, а я поехал за тобой. Италия тут только себе. В Италии, говорит, все возможно. Говорит, давай поедем по этой дороге, где там было закрыто. Может быть, если нету этого объявления, может быть, уже и открыли. Хотя мы разговаривали с официантом. Официант мальчик, вот 2 метра высотой, ну, может быть, 1,99 м, и худой, как шпала. Нет, шпала толстая, как рельса. Во. Тоже вот интересно, да? Как природа распоряжается. Кому лишний килограмм, а кому просто вот, ну, как-то и нельзя. И все мы разные.
Да, вот по этой дороге мы ехали. Вот это вот я смотрела, ремонт здесь. Написано, что ремонт дороги. Кстати, уже месяц закрыта эта дорога. Фира картель. Угу. Ее застряли. И адесу ну чепью. Адесу ну чепью. И мы вот так вот въехали, вот здесь вот. Билану. А, гварда. Адесу видео. Стаджеранду. Вот вам, пожалуйста. Дорога закрыта. А мы думаем, что-то машины туда-сюда ездят. Ой. Смотрите, вот они же убрали этот знак. И люди едут. Едут в эту сторону, а дорога закрыта. Нормально? Я говорю, давай пешком пойдем. Вот. Вот здесь вот пешком можно сходить. Пошел узнавать, как лучше проехать. Вот так вот. Мы хотели на пароме, и не получается. Мы туда не доезжаем. Просто физически невозможно. Ремонт дороги. Говорила же вам я про эту рогатку, да? Про Игрик. Еще один парень узнавать хочет. Про Игрик. Потому что вот озеро, оно вот так вот сделано. И мы хотели перебраться на ту сторону, не объезжая вот этот кончик Игрика, вот эту рогаточку, и уже ехать там. Но не получается. Не получается пока. А там видно будет. Ой, сказали, через час откроют. Магарифану пасареной, соленой. Да. Но. Però tolgono. Tolgono. E noi ci mettiamo più di un'ora per andare a fare il giro e arrivare dove volevamo. Или мы ждем здесь, по городу гуляем целый час, и через час нам откроют. Но это не факт, что через час откроют. Могут через 40 минут, а могут через час 20. Или мы едем в объезд, но в объезд у нас больше часа получается. И Марко сидит, возмущается по поводу того, что сперва они объявление закрыли, то есть убрали, а через час только откроют дорогу. То есть люди сюда едут, а им похрену. Ну вот чисто. Se andiamo a prendere la strada non possiamo più uscire, quello è il problema. Dobbiamo andare fino a Santa Merda. Non so cosa. Ну, говорит, если мы по автостраде поедем, то выхода там нет и до самой. Я предлагаю автостраду. Ну что делать? Вот будут вот такие вот коротенькие видео у нас. Потому что на автостраде прям совсем снимать нечего. Да. А здесь вот мы смотрим с вами. Сетка натянутая на камни, чтобы они не падали. Потому что все-таки хоть маленькие землетрясения, но здесь случаются. Andiamo dove vuoi, amore, per me uguale. Va bene. Смотрите, вот на камне дом построенный. Ой. Дороги надо ремонтировать, куда деваться. Такой вот небольшой затон для лодочек. Contento che era quell'altro. Ora detto, sono proprio italiano. Смотрите, сколько машин в ту сторону поехало уже. Три машины мы видели. Ну хорошо, друзья. Давайте с вами прощаться вот на таком вот моменте. А вообще-то, ну как бы вот до автострады тут недалеко осталось, в принципе. Сейчас вот мы здесь вот разворачивались. Вы уже вот это вот здание вы увидели и провидели. Дама нам все это самое говорит, куда нам ехать, чтобы мы развернулись. Опять поехали по этой дороге, она закрыта, если что. Вот опять мы видим с вами фабрику, которая абандоната. То есть ее забросили.
Ancora? Язык мне показывал вот так. Смотрите. Очень для барьера. Куда ни приходим, ни приезжаем, везде барьер. Ну, ждем поезд, друзья. А вот смотрите, какая церковь. Такая вот церковь. И вот такая вот колокольня. Вот здесь вот за заборчиком, где мы стоим, вот на, в катке, лимонное дерево. Видно, здесь все-таки холодно еще для лимонов. И вот такой вот домик стоит. Домик, конечно, вида никакого у него. То есть рядом проходит железная дорога. Вот вы видите столбы от железной дороги. И автомобильная дорога, то есть где мы едем. Ну так, все так ухожено более-менее. Ну, осень, да, вот этот вот огородик у них. Вот он, поезд проезжает. Сейчас мы его с вами здесь в проеме увидим. Электричка. Ну, не так громко. Так потихонечку. Тук-тук-тук-тук. И поехали. Не проезжает, вернее, не открывается нам барьер. Наверное, будет еще один поезд. Поэтому сидим, ждем. Ну вот, и второй проехал, можно сказать. Что-то как-то вот он шум создает. Ну что, смотрите, не сразу открылся барьер. Еще прошло, наверное, полминуты. Солнце нам в глаза. И Марко приблизился к другой к другому автомобилю. Угу. Так вот люди живут возле и дороги. Вот смотрите, что-то продают они тут. Землю, написано, продают. Вот мы с вами видели этот городочек. Уже сверху. И вот еще стоят здесь многоквартирные дома на горе. И вот такие вот парковочные места, как видите. Так, ну что, друзья, давайте с вами прощаться, потому что сейчас выйдем на автостраду. Да, нечего тут снимать. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Желаем вам здоровья, удачи, долгих лет жизни. С вами была Елена Дерегетти и Марк. Всем пока.